куда-нибудь приедем, заберем. Все, давай. А выступать? Даня сам не угадал желание. Вами выступят казачий коллектив, ансамбль «Пиздоходки», город Лазовук. Лирическая песня кубанских казаков, станица Червленая, Краснодарского края. Эта песня пелась в народе на стихотворение Тараса Шевченко. Почернело зеленое поле. О, чё ж ты, о, чернело, зеленое поле, о, чернело, между трех, ой, между трех, да здорово!
рада, что наши ребята очень себя хорошо показали, выступали. Они буквально всколыхнули весь зал в финале. И мне кажется, мне показалось, может, мне показалось, что было больше всех, так сказать, аплодисментов именно в адрес ребят. Ну, это, конечно, не говорит о том, что надо останавливаться на достигнутом. Дай бог, чтобы было больше работы. Я поздравляю Игоря Анатольевича с удачей, именно как руководителя этой группы, ну и, конечно, всех ребят. А сейчас вот мы находимся, я даже не знаю где, но на каком-то прекрасном озере, где мы решили сделать вечерний ужин. А Саша мне сейчас будет руку подавать. Джентльмен! Подружки, какие у нас.